Кук. Сегодня мы находимся в Калужской области, Ферзьковский район, село Дупли. Здесь есть вот такая вот замечательная речка. Сзади меня она заплотинена. В этой речке есть карп, карась, окунь и ротан. Вчера с вечера пришел, промерился, прокормил точки. И сегодня пытаюсь здесь ловить. Не знаю, что из этого получится, мне кажется, вряд ли что-то вообще поймаю, но тем не менее, сделал небольшой обзорчик, поэтому выдаем из неприятного то, что сегодня пришел на место ловли, а у меня, оказывается, весь червь, который был, он просто сгорел. То есть вчера ловил на оке, по жаре оставил его. Ну, я бы не сказал, что он на открытом месте, но, видимо, ему хватило. В итоге у меня сегодня всего лишь одна насадка, это опарыш. Что я на нее поймаю, поймаю ли вообще что-нибудь, неизвестно, да и вряд ли. Надеюсь, вы это увидите. Все, погнали. Народ, закончилась рыбалочка. Сегодня очень-очень печально. Нет, не было ни одной поклевки, даже ни одной поклевочки не видел. Пруд довольно-таки крупный, довольно-таки большой, я бы даже сказал, озеро. Это заплотиненная река. Глубины здесь, ну, 3,5, я так думаю, метра 3. Может быть, есть четверка, но вряд ли. 3 метра самое большое. Пруд очень сильно заросший. Ходил я вчера. Где-то два берега обошел, чтобы найти вот это место. Все заросло травою. Пробивал, долго пробивал, смотрел, что где чего. Но, к сожалению, сегодня как-то без рыбы. Вот. На корм не подошел. На прикормку не, нет, прикормку не подошел. И, соответственно, на насадку тоже не польстился ничего. Хотя вот в двух местах я заметил, то, что рыбы кормятся. Не знаю, на карпа не похоже, но на карасика очень-очень похоже. Пробовал, кидал туда мушку с насадкой, так ничего не произошло, ни шевеления, ничего. То есть рыба довольно-таки настороженная, специфическая, но все равно посидел, половил, отдохнул. Вот. Все, спасибо, всем спасибо за просмотр, увидимся, пока-пока.